Вот наш реактор убрали сверху пленкой, было все накрыто. Заполнил уже под завязку. Видим, червяки все съели. На поверхности возле пленки загорали. Сейчас будем пробовать резать. Наш тестовый вариант тут, конечно, ржавеет в этой влаге. Ну, на то он и тестовый, чтобы над ним издеваться. Вот. Ну, сейчас заодно посмотрим, как будет сыпаться. Здесь вот видим, что у нас старый сухой биогумус, то, что просыпалось. Вот. Сейчас включим, посмотрим. Вот оно, днище. Нажимай вправо. Вот видим, процесс пошел. Да, тут, к сожалению, света мало. Тут видим, как уровень сантиметров, наверное, 7-10 за один пароход режет. Сейчас просто у нас скорость маленькая включена. За счет того, что можем частотником регулировать. Посмотрим, как наверху. Видим, у нас вот тут осело там, где срезалось. Сейчас оно все осядет. Эх, света не хватает. Процесс идет. Мы видим, что червяк все равно попадает за счет того, что у нас давно уже не кормили, и червь все уже гуляет по всей территории. Вот этот у нас нож с старопластовыми прокладками сейчас выйдет. Специально сняли накладку, здесь его стоит. Здесь накладки нет. Собственно, это у нас ножик. Да, сверху над ножом второпластовая прокладка, чтобы если он начнет прижимать, он скользил. Ну а по бокам это концевики. Точнее, штучки, которые на концевики потом нажимают. Вот, сейчас до конца дойдет. Видим, как процесс работает. Сейчас посмотрим, что у нас. Ну да, у нас вот видим, частоте 50, сейчас 20 стоит. Надо поднять до 50. Тогда это будет работать вот с такой скоростью. Отработал до концевика, остановился. Вот видим, у нас уровень сел. Можно смело начинать кормить. Ну, вот здесь чуть еще просядет. Ну, вот так вот все, пожалуй, на сегодня. Решили, что здесь мало для кормежки. Сейчас обратно в сторону включу на большой скорости. Вот, частотник разгоняет. Процесс там пошел сыпаться. Ну, сантиметров 15 нарежет. Ну, ничего страшного. Тут уже у нас, если посмотреть, влажный, но гумус подсохнет, как раз просеял.
чуть-чуть на край. Видим, как проседает. Что-то отламывая по дороге. Все, что попадается ненужного, ломает за счет мощности. До этого концевичка и стоп. На максимальной скорости, конечно, процесс намного быстрее идет. Вот то место, где там был нож, предварительно ничего не срезалось. На обратном пути у нас нарезалось. О, ну теперь уже тут места хватит для кормежки. Выровнялось. Все, на сегодня хватит.